Всем привет, с вами Тед, и сейчас вы увидите жесткую зарубу в Грандмастер в элитном дивизионе StarCraft 2. Если вам нравится такой контент, не забудьте после просмотра оставить лайк и комментарий. Да ты заебал! Ну да. Но все равно приятного просмотра. Так, ну что, сыграем мой любимый пуш? Пинг жесткий, конечно, корейский сервер. Ну, тема хорошая, мой пуш, в принципе. Способен как-то выжить. Даже в реалиях корейского сервера.강물이 부족합니다. 거긴 아니죠. 에너지가 부족합니다. Так, проверяем на третью. Как бы вроде бы должен, наверное, сейчас начать понимать, в чем дело, но это не обязательно. Да.
가스가 부족합니다. 가스 가스 가스. 광물 대출은 불가능합니다. 연구 완료. 업그레이드 완료. My life for iron. Ну что, погнали. Хорошо распространен крип. Хорошая оборона у ГМа. Мне кажется, он не сможет сражаться. Грелочка выжила. Так, попробуем повторить, наверное, наш опыт с плюс 2 на атаку на этот раз. Надо было его раньше заказать. Он понимает, что он зависит немножко от плюс двашечки. Точнее, ну да, от моей плюс двашечки. Что я сейчас на плюс два просто иду в атаку.
А мы сейчас вот, вот такой маневр делаем. Он первую атаку сдержал, потому что он подготовился хорошо. Ну, эта атака уже для него будет фатальной. Мута против архонов, да ладно, кого ты тут хочешь это обмануть? Блин, насколько зерги просто эффективно сажаются? Вот в этих всяких узких пространствах. Додавили, додавили, ребята, додавили грандмастера. 450 АПМ, ребята, 450 АПМ против нашего зверского пуша. Get over here.